много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон, когда влюблен. Любовь нечаянно грянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одно из них тревожит, внося покой в сон, когда влюблен. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош. И ты поешь, сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Мальчишки. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Да ты умеешь так любить. Наташа Королева и два каких-то парня в пижамах. Лена, Вань, я видел, как ты наслаждалась. Давай с тебя начнем. Большое спасибо, мне понравился прекрасный вокал. Я хочу сказать, что так любить маму, как любит Архип, мне кажется, мало кто может. Он действительно уверен, что Наташа горы свернет. И я уверена, что за своих мужчин она горы и сворачивает. Да, мне кажется, Наташа действительно все может. Такие парни вокруг нее сейчас стоят и пели здорово. А я сейчас вспомнила про вашу маму. И мне ее не хватает здесь на сцене. Жалко, что ее не было. И поздравляю вас с классным выступлением. Вы потрясающая семья. Держитесь спасибо дальше. Большое. Ларис, прошу. Архипсан, что значит сумунгаримас? Майнити утаутате, нихонгу васарымась така. Что-то на тебя женщина ругается, да, по-моему? Нет, нет. Ты понял? Да, я понял. Майнити утаутате. Держу руку, потому что она... Утай на гора... Дайгаку ни таксан нихонго обенкёшмас. Сугой, омедето гозаимас. Спасибо большое. Парень у вас удачный. И поет, и по-японски говорит. В мать до отца пошел.
Переведите нам ваш разговор. А вы разве не поняли? Я говорю, как же ты каждый день поешь японский, забудешь? А он говорит, нет, я каждый день хожу в университет, изучаю японский, и что не мешает мне петь, правильно? Вот так вот, вот так вот. У нас просто так повезло в семье, что 8 марта у нас папа родился. Поэтому этот женский праздник, он у нас как-то, ну, как-то проходит мимо. Я, на самом деле, с удовольствием растворяюсь со своим днем рождения в этом празднике, потому что вы то... Ради чего, для чего и во имя чего мы живем. Спасибо большое. Счастливо. Спасибо.